Ляля, на горшочек надо посадить. Ой, Ляля, пистолет. Однако женщиной моей судьбы стала Маечка Стрекотова. Вскоре после нашей свадьбы она станцевала «Любимая» и получила статус «Примечная». А потом, ради семьи, отказалась от карьеры и оставила сцену. Маечка родила мне троих детей. Вырастила сначала их, а потом внуков. Преподавала в большом и сменила Маечку во главе градовской семьи. Мне до сих пор странно, что за этой девочкой много лет держался и сегодня держится в наш дом. Кто-то оценивает, да, уточнил? Дом, как будто в порядке вещей обычно.